Приводить в порядок пруды в Ковыринском парке начнут в первой декаде июля. Заросшие водоемы портят общий облик этой зеленой зоны, любимого места отдыха местных жителей. Оба пруда очистят и углубят на метр. На первом этапе откачаем воду для того, чтобы техника могла работать более продуктивно. После этого будем формировать вдоль линии берега несколько куч для того, чтобы вода стекла и грунт стал сухим. Затем высохший грунт распределят в низинах, чтобы выровнять ландшафт. Углубление прудов – лишь предварительный этап в благоустройстве территорий. В начале июля их очистят за счет городского бюджета. Затем территорию вокруг приведут в порядок сами жители, посадят цветы и траву на свежем грунте. Когда эти работы будут позади, на одном из прудов построят 8-метровую смотровую площадку. А затем начнется основной этап – благоустройство парка в рамках партийного проекта «Городская среда». Напомним, именно за это общественное пространство активно высказывались жители в ходе интернет-голосования, и комиссия проекта учла их мнение. Была проделана громадная работа в и общественности района, и в плотном диалоге с администрацией города наконец-то согласованы все нюансы ремонтных работ, которые будут проводиться в этом году. Ну и надеемся на скорейшую реализацию. И результат, я думаю, заставит порадоваться всех нас. В Ковыринском парке отремонтируют дорожки, установят дополнительные скамейки и урны, реконструируют спортивную площадку. Местные жители уже предвкушают эти перемены. Очень хорошо, когда будет очищен парк. И желательно, конечно, побольше скамеечек. И вот там везде скамеек надо, это дорожки. Основные работы планируют закончить к 20 августа. И уже в конце лета жители увидят обновленный Ковыринский парк. Ангелина Евстафеева, Максим Тышковец, Вологда РФ.